Всем привет! С вами компания Электромотор. Сегодня мы поговорим про аккумулятор Frame FB1812. Представленная модель является бюджетным вариантом. Она используется для эхолотов. Также ее можно использовать для источников бесперебойного питания, но здесь маленький ресурс. Также идеально подходит для систем охранной безопасности. Сейчас рассмотрим детальнее ее сблизи. Аккумулятор производится в Китае, но при этом имеет хорошее высокое качество. В комплект поставки входят болты. Сверху клеммы, минус, плюс. Также выбита дата производства. Аккумулятор компактный, он достаточно легкий. Его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, только не клеммами вниз. А где модель выбита? Модель выбита вот здесь, вот FTB1812, название Frame. 18 – это емкость, 12 – это напряжение. Также это указано на корпусе. Он не требует долива воды. Аккумулятор Frame FB1812 изготовлен по технологии AGM. Стекловолокно пропитано жидким электролитом. Представленный аккумулятор изготавливается в Китае, но при этом имеет высокое качество и оптимальную цену. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор» по номеру телефона 044-530-38.